Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупки в Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. В общем, все самое-самое и только для вас. Купочки Wildberries, уже заказывала такие шнурки, решила взять еще, и тут же заказала черные. Девчонки, это резинка, шнурки резинка, которые имеют такую удобную застежку, сейчас покажу. Максюхи уже одели такие. На кроссовке и одного шнурка хватило на пару обуви, то есть один шнурок на два ботинка. Так, это у меня кондиционер. Новые девчонки все советовали, рекомендовали тоже. АБЦ турецкий. Решила взять. Нашла самый дешевый за 300, где-то 380-390, большой объем. И взяла вот такой вот георгин. Мне стало красненький, интересно. Вскрыла на лазер, уже посмотрела. Сейчас откроем, проверим. Вот здесь 1,5 литра, ну нет, смотрите, 1440 миллилитров вообще. Уписаться можно. Так, вот информацию, показываю состав и так далее. Производство Турции. Давайте понюхаем. Ой, очень приятная яркая душка. Знаете, чем-то на органу похож, фаберликовскую. Мне нравится. Вот прям похож действительно на фаберликовскую органу, только еще ярче аромат. По консистенции он такой жиденький. 1,5 литра, это у нас с вами 60 стирок. Тут даже, видите, по-русски спереди ничего нет. В общем, буду тестировать, вам расскажу. Конечно, упаковка такая, опять же, в пакетиках я его не видела, надо посмотреть. Ну, что могут разбодяжить. Никакой защиты вообще не было у колпачка. Это я не люблю в последнее время. Но посмотрим, постираю, вам обязательно расскажу. Так, и шнурочки. Вот шнурки, смотрите, это обычная резинка. И вот такие вот штучки надеваем с разных концов шнурка, и они скручиваются. То есть они не магнитные, они прикручиваются друг к другу. Это смотрится эстетично, это смотрится красиво. Сегодня себе черные кроссовки купила, и шнурки черные такие же заказала. Это во-первых. Во-вторых, ничего развязывать не нужно, то есть они тянутся. Они тянутся, и обувь очень легко одевается. Ну, это удобно. Упрощать себе жизнь надо, нам и так проблем кругом хватает, да? Здесь очень длинные шнурки. Я не помню метраж, девчонки, но метр, мне кажется, есть, наверное. И поэтому вот одного такого шнурка мне, Ксюшке, хватило на два кроссовка. Вот так. Остался еще один, но, правда, без заклепок. Но можно как бы продеть. Завязать узелком, узелок спрятать, да, там куда-нибудь легко это можно сделать, и все, и будет отлично. В общем, две пары шнурков хватит на две пары обуви. То есть одной пары шнурков хватит на две пары обуви. Во, объяснила. Вот так вот. Девочки, что хочу сказать по кондиционеру, это пушка-бомба. Вот правда. Сейчас сняла сухое белье. Я думала, ну вдруг на мокром такой сильный, на сухом не будет. Но это невероятный аромат, девчонки. Я хочу такой парфюм. И он остается на вещах. И он достаточно ярко выражен. Белье уже высохло, аромат на балконе, на лоджии. Когда лоджию балкон, вернее, открываешь, он проникает в комнату. Он прям такой вот стоит, классный, красивый. Именно вот этот вот аромат, который я вам показывала. Другие не пробовала. Кто пробовал, обязательно рассказывайте про другие. Но он просто потрясающий. Вот полотенце уже второй день висит. Сейчас снимаю белье. Оно мягкое. Оно действительно мягкое. И оно обалденно пахнет. Ну просто. Сегодня вот Ксюшка тоже стиранную с ним футболку одела с утра на себя в школу белую. И по всей квартире пошел аромат. Он шикарный. Прям вот рекомендую. Еще одна покупочка в Wildberries, девчонки, это рубашка. Вот такого обалденного цвета, который, кстати, камера вам правильно сейчас передает. Давно хотела классическую рубашку, белую. Но увидела на просторах Wildberries вот эту и поняла, что хочу именно в таком цвете. Так вот, в таком она пакетике была. Очень красиво запакована. Смотрите, 95 хлопок, 5 лайкра. Размер у меня 54, самый большой. А так размерный ряд достаточно широкий. Информацию вам показала. Вот. И сейчас покажу саму рубашку. Будет примерка, все покажу, потому что мне понравилось безумно. Цена адекватная, качество вообще великолепное. Вот так она выглядит. Барент. Фэшн. Вот такие красивые пуговички, девчонки. Она такая красивая. То есть это классика. Это такой плотненький воротничок, стойкий. Вот как я люблю. Прям как я обожаю. Смотрите, она такая достаточно плотная. Ткань вам поближе показываю. То есть светить не будет абсолютно нигде. Классический рукавчик. Где он? Где он рукавчик, дорогой? Сейчас найду. Вот он, классический. Вот такой вот рукавчик с пуговичкой. Все сделано очень добротно. И аккуратно, и швы, и внутренние, и все очень хорошо все сделано. Мне прям, девчонки, понравилось. Я вообще, девчонки, такие вещи как люблю носить. Вот именно, когда под рубашкой есть что-то, и в расстегнутом виде, и завернутым рукавом. Пока не заворачивала, чтобы показать вам, какой он длины. То есть все нормально. Мой рост
почти 1,70 м, наверное, 1,69 м. Посмотрите, какой цвет. Вот я сейчас просто одела на футболку, потом покажу вам еще пару луков, как красиво будет смотреться. Воротник я люблю, когда стоечкой. Я прям вот обожаю носить именно стоечкой воротник. Мне прям очень нравится. Она очень яркая, красивая, такая приятная, тактильная. Прям вот здорово. И на выход под пиджачок, и завязать. Вот так, как бы тоже можно, как многие девчонки носят, да, завязать на талии. Тоже смотрится очень стильно. Там в отзывах много образов есть интересных. Так, по рукаву как бы все отлично, все нормально, все замечательно, все хорошо, достаточно свободненько и красиво смотрится. Но в целом это и такая классика, то есть можно и в офис надеть, такой нарядный вариант, да, там с чем-то, с юбочкой, жилеточкой и так далее. Смотрится вообще обалденно, мне так понравился цвет, прям вот супер. По длине, она длинная, смотрите, то есть она достаточно длинная. И смотрите, как сделано сбоку, то есть у нас как бы полукругом, да, вот так, полукругом. И сзади попу скрывает, прям все замечательно, потрясающе. Так, ну а сейчас я с маечкой, наверное, вам покажу, как она смотрится, застегнем, посмотрим. Нет, даже давайте сначала со спортивным топом. Ну, это такой топ из Магнит Косметик. Можно и так обыграть, как бы носить по размеру. Девчонки, она идет в размер. Вот этот 54 размер у меня, верх 52, низ 54. То есть она идет в размер, могу смело сказать, прям в размер. Вот в застегнутом виде. Воротничок можно опустить. Можно поднять, но я, например, всегда люблю поднять. Мне безумно нравится качество. Слушайте, прям вот безумно. Она такая приятная. Вот такая красивая рубашка. Пишите обязательно, как вам. Сейчас покажу с маечкой. Ну, вот это мой самый любимый вариант с маечкой и с завернутым рукавчиком. Вот это я прям люблю. И летом в прохладную погоду такую вот можно носить. И осенью, в принципе, подо что-то смотрится очень стильно. Так у нас топ портит всю картину. Вот это мой самый любимый вариант. Вот так я прям ходить обожаю. И красиво, и стильненько. Вроде рубашечка, знаете, а вроде как и пиджачок. В целом вообще на любую футболку, маечку можно одеть, акцентировать внимание. И все, и красота. Вот сейчас рукав еще завернула. Прям прелесть. И мне кажется, она вот прям стройнет. Вот этот цвет и ее крой, пошив прям очень здорово стройнет. Но мне так кажется. Как вы думаете, девчонки? Мне прям очень нравится. Ну, еще один стильный способ обыграть рубашку, это с какой-нибудь длинной футболкой или маечкой ее вот таким вот образом завязать. Кстати, я очень люблю вот такие рубашки именно носить с сарафанами, потому что есть недостатки в районе бицепса, трицепса. И сарафанчик, когда одеваешь, и сверху вот такую легенькую рубашку, а сарафанчик еще, который клешеный от груди, да, и сверху сарафанчика вот такую вот рубашку. Смотрится просто обалденно. Все недостатки скрываются очень стильненько. С платьями, с сарафанчиками, прям вот здорово. И в каком-то... В какой-то мере это тоже все дело стройнит. Смотрится очень красиво. Я прям довольна, девчонки, что урвала такую вещь. Как хорошо, что она не попалась на просторах Ваперис. Прям довольна-довольна. Пишите, как вам. Я прям радостная и не могу. Да, кстати, она после всех вот этих инсинуаций, завязывания и развязывания, она вообще как бы не сильно мнется. Она практически сразу распрямляется. То есть довольно такая вот податливая ткань. Озон. Взяла, девчонки, вот такой вот Доместос. Он на картинке оранжевый, но по факту он такой вот розово-коралловый. Это у нас с вами забыла аромат, но в общем он бомбезный. Мне даже женщина на пункте выдачи сказала, я когда посылки распаковывала, это нереальный аромат. На картинке он оранжевый, какой-то там букет, в общем. Это невероятный, девчонки, аромат. Он раздается из упаковки, хотя нигде герметичность не нарушена. Я брала Доместос до этого других цветов, такой впервые. Просто бомбезно, вот просто. Ну, во-первых, его хватает надолго, на 2 недели, не как Бреф и аналоги. Да, сейчас. Спасибо. Вот, хватает на 2 недели. Он самый долго играющий, самый ароматный, и как бы поверхность унитаза остается с ним чистой. Он очень крутецкий, поэтому рекомендую. 290 рублей по скидке. Всегда бывает по 299, по 290 рублей. Сейчас смотрю на Озон, он уже подорожал. На Яндекс.Маркете есть по 290 рублей на данный момент. Хочу прям заказать еще сразу в запас, потому что он обалденный. А вот так в коробочке, смотрите, пришла пенка. Еще раз я повторила покупку, это пенка Грасс. Потому что, ну, очень понравилось, девчонки, пока на нее цена, она еще упала, была 400 с чем-то, стала 300,
87, 380, где-то вот так, за три штуки. Для рук она 0+, она обалденно пахнет, она очень нежная и не сушит руки. Вот так приходит, молодцы, смотрите, не вскрывать, прям наклеечку клеит. Сейчас открою, покажу. Вот, собственно говоря, как выглядит мыло. Мне безумно понравилось. У меня уже два стоят в использовании. На кухне и в ванной у всех ароматы очень приятные. Еще что порадовало, 0+. Вообще, Грасс молодцы. Кому интересно, по составу и производству можно нажать на паузу и почитать. У всех трех мыло, как правильно, очень приятные одушки. Они приходят вот такие вот запечатанные. То есть открываем. Еще не пробовала в эти бутылочки заливать обычное мыло. Но когда кончится, хоть одна обязательно попробую. Ну, то есть разводить с водой. Как будет вспенивать, интересно. Вообще вспениватель хороший. Он довольно легко нажимается. Пенка нежная. И что еще девчонке понравилось? Прям вот ухаживать за ручками. То есть ручки вообще не сушит. Вот вообще не сушит. Вот это прям тоже очень-очень понравилось. Три разных вкуса. И все три пахнут прям обалденно. Купочки Озон, девчонки, это детские водолазки. Заказала две на выбор. На Озон же есть функция примерки, можно не оплачивать. Думала, какую выбрать, и решила в итоге оставить две. Ну, потому что холодно, потому что водолазки всегда нужны. Это для Крис именно. Они совершенно разные, но обе пригодятся однозначно. Девчонки, цена вопрос около 300 рублей каждый. Так, первая у нас с вами коричневая, материал интерлок, 110 размер, 100% хлопок. И вторая коралловая. Так, где у нас тут этикеточка? А, тут нету. На коралловой почему-то нет. Представляете, может там этикетка есть на самой водолазке? Нет, я не видела. Ну ладно. В общем, они приблизительно одинакового размера. Сейчас разложу, покажу. Это в рубчик. Очень красивая, яркая. Читала в отзывах, что горлышко тугое. Но я, в принципе, так и хотела, чтобы оно было тугое. Не вижу смысла в горле, если оно не тугое. Но не совсем тугое. Смотрите, как тянется хорошо. Она в целом вообще отлично тянется. То есть подворотик такой вообще классный. А так обычная вот водолазочка. По швам вроде тоже нареканий никаких нет. Качество приличное, приятное. Так, сейчас разложу, покажу по размерам. Они такие, потому что достаточно узенькие. Ну, Крис подойдет, но чтобы имели в виду, потому что в отзывах тоже читал, что там на пухленьких деток не подходит. Здесь совершенно другой материал. Вот, кстати, здесь есть бирка. И там, и тут. А на розовой вообще нигде не было, на коралловой. Здесь вот такое горлышко. Оно уже посвободнее именно в горловине. Вот здесь, где пришито. И тоже, в принципе, хорошо тянется материал. Вот поближе как выглядит. Такой вот хлопок, хорошенькое двойное горло. Тоже можно делать подворот или просто так носить. Вот под курточку сейчас прям самое оно. Да, и под толстовку можно. Достаточно длинные, слушайте, рукава, прям у бежевые, вот даже не знаю. А, ну нет, они и те длинные. Она бежевая вот эта, она прям на худеньких деток. То есть, если пухляшек ребенок, то будет в обтяг. Она такая узенькая. Вот это немножко пошире. Даже не немножко, а прилично так пошире. Они обе длинные. Это просто выше лежит. А так они, в принципе, по длине одинаковые. Вот это пошире. Прям пошире видно. Обе достаточно длинные. 110 размер. Конечно, это не Крис. У Криса 90 с небольшим, наверное, рост. Ну, во-первых, это хлопок после стирки даст усадку. Во-вторых, ничего плохого в этом не вижу. Хотя бы два сезона относить, да, мне кажется, и не два даже, а больше. Ну, как бы, если с ними ничего не случится, да. Вот эта водолазочка подшита, рукавчик тоже подшит. И вроде все так тоже неплохо. Слушай, за 300 рублей я считаю шикарно. Просто шикарно. Ну и на этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылочки все, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.